Мы сейчас вот в гостях приехали на улицу Ереванскую, 31. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что вам нужно, что требуется в первую очередь? Здравствуйте, ничего мне пока, спасибо. Вы мне и так много привезли. Спасибо большое. А что вы любите кушать, может быть? Я уже отвыкла даже кушать. Не, ну это все, конечно, понятно, но все же. Что привезти вам? Овощи, фрукты, там какие-то, может, горячие блюда у кого-то получится. Ну, что пить любите? Что-нибудь привезете. Спасибо. Все, ну, кое-что привезли. Будем надеяться, поможет. Вот, уважаемые читатели, мы были у бабушки на улице Ереванская, 31, в гостях. Там ситуация более-менее понятна. Конечно, куча нюансов, но классическая бытовая ситуация. Нужна будет определенная поддержка, помощь. Я подумаю, что будет оптимальнее написать, что попросить, что будет проще читателям организовать. И обязательно обратимся. Всем удачи. Спасибо. До связи.